Во Владимире открылся обновленный салон «Мазда». Компания «Юнайт Моторс» является официальным дилером «Мазда» в нашем городе. Автосалон соответствует всем современным требованиям в отношении фирменного дизайна и технического оснащения, а также сервисной зоны. Шоурум построен по новым стандартам и отвечает запросам самого предвзятого покупателя. Наш новый шоурум – это один из первых шоурумов «Мазды» в России, построенный по новым стандартам. Новые стандарты предполагают собой цифровые шоурумы, так называемые digital шоурумы. Соответственно, различные цифровые панели установлены на стендах. Для удобства клиентов установлены планшеты. Наши сотрудники, менеджеры всегда готовы помочь клиенту сделать правильный выбор. Чтобы клиенту дилерского центра было комфортно ожидать сделки или обслуживания автомобиля, в салоне есть несколько уютных клиентских зон, оснащенных телевизорами, Wi-Fi и зарядными станциями. Также есть игровая детская зона и просторный кафетерий. Одним из основных направлений моей работы, как же нам получить лояльность наших клиентов, это обеспечить максимальный комфорт, положительные эмоции от визита клиента в дилерский центр. Поэтому одним из приятных направлений, которым я хотела с вами тоже поделиться, нововведение в нашем дилерском центре – это клиентские зоны. То есть вообще новая концепция салона подразумевает большое количество клиентских зон, чтобы клиент мог сам выбирать для себя наиболее удобное место для ожидания ремонта, ожидания каких-либо сделок в автосалоне. Помимо шоурума, здесь есть и самый современный сервис, оснащенный по всем требованиям Mazda Motor Rus. Сервисная зона одновременно может обслуживать до 5 автомобилей. На данный момент на российском рынке бренд Mazda представлен 4 моделями. Но по заверению генерального директора Mazda Motor Rus, этот год порадует искушенного клиента новинками. Летом, сейчас в июле, у нас выходит абсолютно новая Mazda 3. Это первый, и потом мы надеемся, что вот к концу года еще одна модель появится, о которой сейчас не могу говорить, потому что мы еще на стадии согласования с штаб-квартирой, несколько моментов касательно, в том числе и ценообразования и так далее. Да? Но надеюсь, что вот к концу года мы можем вас еще обрадовать еще одной новинкой. «Юнайт Моторс» уделяет особое внимание обучению и развитию своих технических специалистов и менеджеров. Владельцы автомобилей «Мазда» могут быть уверены, что качество сервиса в дилерском центре соответствует всем высоким стандартам. Светлана Миронова, Константин Миронов, Виталий Сергеев, «Губерния-33».